Здравствуйте, друзья! С вами «Дачный сюжет» и я, Галина. Октябрь тоже подходит к своему завершению. И мы стараемся на даче все убрать, прибрать и подвести итоги. А какие же итоги я сегодня хочу подвести? Мы знаем, что компостная яма, куча – это очень хорошо. Но, к сожалению, если не добавлять в нее компостин, она очень долго перегнивает. Ее и ворочить надо, и все. Очень неудобно. Но есть такой еще биогумус, который делается на червях. Но, к сожалению, у нас калифорнийских червей можно, если и можно где-то заказать, ну, я думаю, для дачи это несущественно. А вот что же сделать, что у нас был, чтобы на даче был свой биогумус? Что я сделала? У меня на даче пустует большая, обыкновенная наша чугунная ванна. Она сначала когда-то служила для того, чтобы воду греть там, потом уже стало проще с водой, и она вот просто пустовала. Что же я сделала? Я в нее выложила всю подстилку из курятника. Ну, у меня там несколько курочек, так что не так много. Потом я добавила пару ведер земли. И потом запустила своих домашних дачных червей. И вот я сейчас хочу посмотреть, что же из этого получилось. Вот моя ванна. Вот так вот я ее накрывала пленкой. Вот теперь давайте мы все это дело откроем. Там они вон даже червячки здесь сейчас сверху выбегают. Конечно, ее желательно было поставить в тенечек, но тенечка у меня здесь нет, а таскать ее не хочется. И вот давайте смотреть. Это вот. Вот это то, что я последняя. Ботва от свеклы. Травка, листики. Вот когда я наложила, здесь было с огромной кучей. Такая, знаете, здоровая. Потом, смотрю, уже оседает. Я начала подбрасывать еще. И вот я все лето подбрасывала что-то сюда такое травянистое. То, что на кухне там осталось, отходы, которые куры не будут клевать. То, что собирала, то, что здесь траву там какую-то мелкую такую. Все я складывала сюда. И давайте смотреть, что же получилось у меня. Вот, смотрите. Вот сколько червяков. Вот, смотрите. Вот они. Вот они, вот они. Вот сколько их размножилось. Ого! Хорошо, я не рыбак. И вот почти все разложилось. Вот бумагу сюда тоже складывала, которая такая непечатная. Вот это, наверное, первой порции. Вот чистая земля. Вот. Просеивать. Вот сейчас я буду все-таки это выкладывать. Во-первых, я сделаю эксперимент. Посажу лук на проступе, у меня есть перегной, и вот с компостом с этим здесь посажу. Потом я это хочу разложить под малину, ежевику, чтобы опустошить. Единственное, что от них проблема будет, давайте еще копнем. О, совсем земля была практически. Вот она. Проблема будет, кроты заводятся сразу. Вот где побольше, пожирнее земля, да где черви больше водятся, там заводятся короты, конечно. Просеивать, естественно, я не буду. Вот она, вы поглядите. Это то, что вот была первая порция, то, что это было из курятника. О. Можно также это все сделать и даже дома, в зимнее время. У меня нечаянно был опыт такой, что... В зимнее время нашла в горшке червяка. Но выбросить я его за окно не смогла. Я его посадила в банку такую, ну, из-под торта. И туда все добавляла. Бумагу. Очень любит чай со спитым кофе. Вы знаете, килограмма 3 у меня за зиму набралось перегноя. Именно компоста. Вот, смотрите. Видать, на бумаге было. Вот так. Так что можно и в дачных условиях делать собственный компост. Единственное, что не забывать проливать. Вот видно, вот это сухое было. Видите, вот и так вот они не стали брать. Но проливать не так, чтобы квакало, а так, чтобы просто увлажнено все было. Ну, а на этом все.
пошла раскладывать, раскидывать.